Гала-концерт студенческой весны 2021 прошел в ДГТУ. 10 факультетов и 3 филиала университета в течение 10 дней представляли свою концертную программу. На гала-концерте они показали свои лучшие номера. Это народное и эстрадное пение, пантомима, художественное слово, народный танец, мода в этностиле и другие выступления. Оценивала программу участников компетентное жюри. Впереди студентов ждет республиканский этап студенческой весны, который пройдет уже 20 апреля. Студенческая весна является одним из самых значимых проектов в Российской Федерации для молодежи. Первоначально он проводится на факультетских этапах. У нас уже прошел этот этап. Все наши 10 факультетов поучаствовали, боролись. Очень сложная была борьба. Мы выбрали лучших, и сегодня у нас концерт, который состоит из лучших номеров нашей студенческой весны. Очень надеемся, что наши ребята пройдут в республиканском этапе.